Здравствуйте! Вас приветствует агентство недвижимости Deep Gariminkul в Турции в городе Мерсин. Сегодня вам покажем квартиру планировки 2+1. При входе в квартиру расположена просторная прихожая. Здесь установлен встроенный шкаф. Комплекс уже газифицирован, останется только подключить газовое отопление в данной квартире. Рядом с прихожей в коридоре расположена ниша для установки стиральной машины вместе с местом для хранения. Один из санузлов в квартире расположен рядом с прихожей. Здесь имеется душевая кабина, раковина и унитаз. Для отделки стен и пола использовалась керамическая плитка серого цвета. Из прихожей попадаем в гостиную, совмещенную с кухней. При желании в проеме можно установить межкомнатную дверь. На кухне имеется готовый кухонный гарнитур. Кухня двухцветная, фасады нижних шкафов темно-серые, столешница сделана из акрила черного цвета. Фартук выполнен под дерево, фасады верхних шкафов имеют белый цвет. Во всех комнатах квартиры уже установлены радиаторы. Достаточно будет просто приобрести газовый котел и оформить абонемент для подключения газа. В гостиной французский балкон выходит прямо на большую террасу. Она является общей для 5 квартир. Данная квартира располагается на первом этаже. Из гостиной попадаем на просторный балкон. При желании балкон можно остеклить. Также возможна установка двери для выхода на террасу. На балконе имеется место под газовый котел. Через раздвижную дверь с балкона попадаем в детскую спальню. Все стены в квартире выкрашены в молочно-белый цвет. Пол в квартире покрыт ламинатом. В данной комнате также установлен радиатор. Высота потолков в квартире составляет 280 сантиметров. Пройдем в родительскую спальню. Все окна и балкон в квартире выходят на восточную сторону. В данной комнате имеется окно. Оно также выходит на террасу. В комнате расположена проходная гардеробная. Тут уже установлены шкафы для хранения одежды. Общая площадь квартиры составляет 120 квадратных метров. Жилая площадь составляет 105 квадратных метров. Через гардеробную можно попасть в санузел. Здесь установлен унитаз, раковина и душевая кабина. На территории комплекса расположена большая открытая парковка, большой плавательный бассейн, детский бассейн. Вся территория ограждена. Имеется генератор. Айдат составляет 70 лир в месяц. Комплекс состоит из одного 13-этажного корпуса. Внутри имеется 2 лифта. Комплекс имеет выигрышное положение. Он находится рядом с главной дорогой, ведущей в центр города. Расстояние до моря составляет 500 метров. На нулевом этаже здания комплекса расположено 2 продуктовых магазина «Бим» и «Шок». На пути к морю расположен большой общественный парк. Вся территория парка ухожена, озеленена. На территории парка расположена открытая спортивная площадка, множество беседок, зон отдыха, зеленые прогулочные дорожки, лавочки.
На территории парка располагается несколько летних кафе. Здесь вы можете отдохнуть и днем, и вечером. Сейчас мы вышли на набережную. Местные жители очень любят проводить здесь время, прогуливаться, сидеть в кафе, отдыхать. Вдоль всего берега расположены лавочки, беседки, места для отдыха. В данном месте преимущественно песчаный пляж. Местами имеется небольшая мелкая галька. По всем вопросам обращайтесь по телефону, указанному в описании. До новых встреч!